Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Запитаю влади». Сьогодні гість нашої студії – голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков. Сьогодні ми будемо говорити про дуже важливі питання, актуальні для Миколаївської області. Доброго вечора. Сьогодні в Очакові відбулася дуже важлива подія, і я хотів би показати відповідний інформаційний сюжет. Колеги, прошу. Востаннє засідання Ради оборони проводили у січні цього року. Тоді голова облдержадміністрації Вадим Меріков дав ряд доручень представникам структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області, Департаменту соціального захисту населення та головам районних державних адміністрацій. Зокрема, з 5 по 12 травня проводились командно-штабні навчання із територіальної оборони. До участі у них долучились і військовослужбовці новоствореного 11-го стрілецького батальйону. Обучение проходило у нас практически круглосуточно, потому что ситуация в районе боевых действий этого требовала. Были растяжки, были мины, было много стрельбы, и в результате личный состав батальона научился элементарным правилам поведения во время боя. Слід зазначити, що батальйон був сформований протягом одного дня. До нього ввійшли близько 500 кадрових військових. Результати ж навчань, на думку представників влади, задовільні. Создание стрелкового батальона, это, конечно, усиливает нас значительно в разы, потому что это добровольцы, 492 человека, и это очень важно. Вот. Второе, то, что мы сегодня готовы в каждом районе собрать людей, добровольцев, которые смогут защищать нашу территорию. И 20 тысяч мы формируем людей, которые в любое время смогут стать в ружье. Дякую за такий коментар в ефірі. І ми можемо продовжити цю думку. Які зараз є загрози для миколаївців? Чи є вони взагалі? І чи не будуть такі заходи формування такого територіального оборону зайвими в такий час? Прошу. Ви знаєте, уважаємо Олександр, уважаємо зрителі, Совет оборони Миколаївської області как раз и создан для того, чтобы как принимать решения, так и обсуждать важные вопросы обороны, защиты Николаевской области. Вот как раз мы приглашаем экспертов, в Раду входят специалисты, территориалы, главы районных администраций, для того, чтобы мы обсуждали дальнейшие действия и видение обороны и защиты нашей области. Поэтому мы рассматриваем и поднимаем данные вопросы. Что касается 11-го стрелкового батальона, я уже сказал, что мы в разы усилились в плане обороны и защиты нашей территории. Я больше скажу, что вот те добровольцы, которые вступили в 11-й стрелковый батальон, это те люди, которые готовы стать на защиту нашей территории, если это будет необходимо при чрезвычайных ситуациях. Но я уверен, что эти патриоты сегодня, отрабатывая на командно-штабных учениях задания, которые были поставлены и в плане охраны стратегических объектов, и в плане работы на блокпостах, они только усилятся, они покажут нам свои возможности, и для этого мы их будем собирать как минимум два раза в год. Поэтому данный стрелковый батальон, он необходим, потому что вы знаете, что Николаев – это южный город, Николаев – это граница. У нас море, которое открыто. Мы не зря сегодня проводили совет обороны в городе Очакове, в городе украинской славы, в городе патриотов и воинов, там, где сегодня расположены воинские части. И мы посетили данные части, мы увидели состояние, в которых находятся сегодня сооружения военные, а также где сегодня проживают и обучаются, а также служат наши военнослужащие. И это очень важно. На Совете обороны мы подняли не только вопрос учений и стрелкового батальона, а и в целом защиты нашей области и Украины. Также рассматривали вопросы мобилизации
5-го этапа мобилизации, 6-го этапа мобилизации. Совершенно верно. И это тоже очень важные вопросы. Это вопросы, которые касаются и жизни людей, и мира в нашей стране. Вот. И поверьте, когда есть недоработки тех или иных структур, я никого сейчас не хочу критиковать, мы должны об этом говорить, мы должны ставить задачи, мы должны поручать выполнению поставленных задач, потому что это очень важно. И за этими решениями стоят судьбы, за этими решениями стоят люди. И в конце концов мы достигаем определенных результатов. Задавали вопрос, насколько мы стали масштабнее, сильнее, насколько безопасность у нас улучшилась. И я вам скажу, что да, за последний год мы значительно увеличили в плане безопасности. Если мы говорим, что сегодня не работает агрессор, Российская Федерация работает, и они сегодня готовы и к финансированию, и к созданию фейковых народных Николаевских республик и многих других, как общественных организаций, так и диверсионных групп. Ну, ведомство. Но работает сегодня ведомство, и правоохранительные, и служба безопасности Украины. И я благодарен сотрудникам службы безопасности Украины, которые предотвращают теракты, диверсионные группы. Да, но для этого важно работать с населением. Для этого важно, чтобы местная власть действовала в определенных рамках и, соответственно, работала с людьми. Потому что сегодня самое важное вот сплотиться возле таких проблем, которые могут возникнуть, но опять-таки контактировать и взаимодействовать с населением. Потому что они как раз и должны вещать, и должны доносить информацию. И пример вам буквально на этой неделе, когда был оставлен муляж на автовокзале, и граждане сообщили о том, о подозрительном предмете, который находится в автовокзале. Это тоже певный вияв того, что громадян... Вот, поймите, и вот такие меры тоже необходимо проводить. Поэтому как можно больше необходимо оповещать, чтобы люди не были закрыты, чтобы люди не боялись информировать правоохранительные органы, администрации, власти местные. Это взаимодействие очень сегодня важно. По мобилизации я уже сказал, что есть и проблемные вопросы, и это касается поставки техники. Это касается и оповещения, и, конечно же, уклонистов, которые, к большому сожалению, сегодня проявляются в нашем обществе. И, конечно же, это люди, которых разыскивают. Но, вы знаете, я сегодня говорил на Совете обороны, что мне иногда смешно, когда мы разыскиваем, а эти граждане находятся в ресторанах, в ночных клубах, а іноді даже і в сесійних залах. Хто повинен працювати в цьому напрямку більш активно? В міліції ж повинні бути повноваження. Совершенно верно, поэтому отрабатывают, и есть возбуждены уголовные дела, и есть уже примеры осужденных по данным фактам. Но я хочу еще сказать, что касается мобилизации, и это, ну, я сказал, что это один из важнейших вопросов сегодня, потому что это жизнь людей, потому что там находятся люди сегодня, которым необходимо и отдохнуть, и которые должны быть демобилизованными. Вот. И, конечно же, важный вопрос – это демобилизация, потому что сегодня возвращаются наши воины, наши герои зоны боевых действий, и мы должны думать об этих людях. Кто сегодня должен заботиться? Заботиться должно государство. Они должны быть, получать льготы. Они должны создавать свои общественные организации для того, чтобы отстаивать свои права и работая вместе с нами. Поэтому нами будет в ближайшее время создана рада при обладминистрации ветеранов, воинов, войн в Украине. И это и воины-афганцы, ветераны, это и ветераны Второй мировой войны, и, конечно же, наши демобилизованные атошники, которые также организовываются в общественную организацию и будут отстаивать свои права. Вот эта работа, ну, она
достаточно объемная, она работа с людьми, но это очень важная работа, потому что за такими общественными организациями стоят и судьбы людей, и дальнейшая жизнь многих-многих из них. Дякую за коментарі. Шановні глядачі, я хотів би сказати, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є запитання до нашого шановного гостя, ви можете подзвонити за телефоном 76-92-42 і поставити питання напряму. Я хотів би дещо завершити блок питання безпеки. Хотів би торкнутися інфраструктурних питань. Проблемне питання – стан доріг на Миколаївщині. Декілька раз ми знімали наради з вашою участю і, в принципі, бачили і цифри, і стан, і те, що робиться. Який наразі зараз ситуація? Яка наразі зараз ситуація з шляхами? Що робиться? І яке фінансування передбачене і яке виділено? Ситуація у нас по-прежньому критична. Почему? Потому что есть дорога Николаев-Кировоград, Николаев-Днепропетровск, которые требуют не просто ямочного ремонта, а капитального ремонта. А на некоторых участках строительство. Необходимо просто заново строить дорогу. Что приятно, и что вот такая новость, которая воплощает оптимизм, и мы надеемся и будем отстаивать, чтобы все-таки данный проект реализовался в Николаевской области. Вы имеете на увазе? Я имею, да, и говорю о том, что дорога международного значения – это Львов-Херсон, которая будет проходить от Александровки, Кировоград и до Николаева. Будет построена. Это бетонная дорога по новым технологиям при финансировании Мирового банка. И сегодня в Министерстве инфраструктуры проводилось большое расширенное совещание, на котором присутствовали народные депутаты от Николаевской области, присутствовали представители областной администрации, где как раз рассматривался данный проект и его реализация. Как нас заверили, в этом году будет и проектно-сметная документация, и в этом году должны приступить уже к выполнению работ. Что касается Николаевской области, это проект, который сможет нам помочь и развиваться, потому что эти дороги идут в наши порты, эти дороги будут идти в сторону Херсонской области. Это большая международная магистраль, дорога в Европу. Что касается дорог в Николаевской области. Ремонт на самом деле проводится. И, наверное, жители Николаевской области это видят и ощущают. Вы помните дорогу в марте месяце от Николаева до Новой Одессы. И вы видите, какая дорога сегодня. Это результат работы и обладминистрации, и областного автодора, и тех предприятий, которые сегодня взяли на себя обязательства материальные для того, чтобы отремонтировать. Потому что они отремонтировали без средств, без материальных платежей. Причина. Причина, потому что на самом деле сегодня из государственного бюджета мы получили всего 50 миллионов гривен с 1 января для мелкого ремонта, погашения заработных плат, долгов, которые скопились за прошлые года, а также на содержание данных дорог. И поверьте, что это сумма, за которую невозможно отремонтировать даже ямочный ремонт. Поэтому нами принято ряд решений, и мной сейчас готовится обращение на депутатов областного совета, чтобы по итогам 6 месяцев из областного бюджета были выделены средства на ремонт дорог. И это тоже очень важно. Я думаю, что депутаты областного совета поддержат область, потому что это действительно это наши дороги. Вот. Что касается дальнейшего выполнения ремонта дорог, оно будет проходить и проходит. Даже направления сложные, о которых я сказал, Николаев-Днепропетровск, сегодня ведутся работы. И я
поставил сроки в течение 2 месяцев выполнить все ямочные ремонтные работы. Дякую. Что касается еще очень важный момент. Мы выполняем данные работы, и вы видите, что в городах, а особенно в городе Николаеве, в городе Первомайске, сегодня местные бюджеты в состоянии ремонтировать дороги не только магистральные, но и внутриквартальные. Отримали кошти. Отримали, да. И это как раз вот работа не только исполкомов и советов, а это в большей степени показания вот первой экономической децентрализации. И мы сегодня получили бюджеты в городах, которые не ожидали финансовое управление мэра городов. И сегодня они обязаны пересмотреть и выделить данные средства на инфраструктуру. Это не только касается дорог, это касается и ремонта крыш, это касается и ремонта детских садов, социально школ. Значимые. Совершенно верно. Те вопросы, которые сегодня важны для жителей тех громад. Давайте зробимо паузу. У нас дзвінок в студію. Прошу, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір, Вадим Іванович. Так. Добрий вечір. Простіть, як решився вопрос содержанням і функціонуванням детских юношеских школ в нашем регионе. Можно еще раз? Прохание перезвонить, дуже важко вас зрозуміти. Как решился вопрос содержания и функционирования ЖКХ в нашем регионе? На жаль, ми не можемо зрозуміти. Якщо можна, передзвоніть з іншого телефону, ми дуже погано вас розуміємо. Дуже погана якість звуку. Ми перепрошуємо, будемо чекати наступного дзвінка. Якщо можна, можуть записати, ми можемо просто зачитати і я відповім. Так, звичайно. Прошу, дзвінок. Ви в ефірі, добрий вечір. Добрий вечір. Вадим Іванович, скажіть, будь ласка, як рішити вопрос з державним і функціонуванням дитячої школи на стадіоні? Дитяча школа на стадіоні. Кондиціонування чи що? Функціонування і содержання. Функціонування і содержання дитячої школи на якому стадіоні? На нашому городі. Спортивно-юношеської школи. Що ще раз? Да, спортивно-юношеської школи. ДЮШЕСА. А в чому зараз проблема, скажіть, будь ласка. Финансирование. Еще раз, это городская школа или областная? Если идет речь о детской спортивной школе, которая относится к городу Николаеву, значит, я не вижу проблем с финансированием, насколько мне известно. И если касается вопрос общественных организаций, которые ранее финансировали из государственного бюджета, то данная проблема решена. Из областного бюджета выделены дополнительные средства для того, чтобы финансировать 13 школ, которые были переданы на финансирование из государственного бюджета в областные и частично будут дофинансироваться с государственного. Порядка 40%. Поэтому по данным школам вопрос решен, они будут функционировать. И я неоднократно заявлял, что благодарен тем тренерам и руководителям спортивных школ, которые не оставили, которые смогли продолжить работу и воспитывать, тренировать наших детей. Дякуємо за запитання. Я хотів би продовжити нашу бесіду. Напевно, є зараз. У нас ще один дзвінок. Прошу, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви знаєте, я була свідетелем, от где-то 27 или 28 мая, не тільки я була свідетелем, площадь Победы, йде дощ. І в це время, от где почта по космонавтам, ремонтируется дорога. Конечно, люди возмущались, ругались с этими работниками, но работники есть работники. Их послали, и они работали. Под дождем. Один трактор снимал асфальт, а другой тот же ложил. Наверное, очень хорошо отмываются под дождем деньги. Спасибо за вопрос.
Вы знаете, действительно, данная проблема была, и мэр города принял кадровые решения в предприятии коммунальном, это «ЭЛАвтодорог», которая выполняла заказ городского исполкома. Вот, вы знаете, ну, это городская проблема и городского предприятия, но я еще раз повторю, что очень жестко ответил по данному поводу мэр города. Был уволен человек, который отвечал в тот день за выполнение ремонтных дорог в городе Николаеве. И поверьте, что это не просто такая ситуация, которая постоянная. Это вот ошибка человека, который просто хотел выполнить быстрее работы в те дни. И на самом деле этот человек понес наказание, и это необходимо жестко пресекать, потому что довольно-таки часто в Николаевской области и в Украине нарушают технологические процессы во многих, не только в ремонте дорог, но и в других вещах. Я с вами полностью согласен в том, что данные люди не имеют права занимать должности, и эти ошибки должны быть исправлены. И насколько мне докладывали, что после этого был проведен дополнительный ремонт тех мест, где выполняли работы. Спасибо. Дякуємо за дзвінок. Я хотів би нарешті повернутися до нашої бесіди. Ви розповідали про фінансову децентралізацію, що міста Миколаєва отримали додатковий фінансовий ресурс, який можна спрямувати на деякі там соціальні проекти. Скільки отримав Миколаїв, якщо це відомо, якщо у вас є якась конкретна цифра, і які міста, окрім того, окрім Миколаєва, ще мають такий приємний фінансовий бонус? Вы знаете, вот мы живем в период сложный для Украины, но в то же время власть не останавливается и работает. Нам необходимы реформы, о которых заявил президент Украины, которые поддерживают правительство Украины. Сегодня очень важно не останавливаться на полпути. Если мы заявили о децентрализации, это важно. Сегодня первый президент в Украине, Петр Алексеевич Порошенко, который не забирает власть, а отдает на места. И это мы с вами должны ценить. Мы с вами должны работать и понимать, для чего мы выполняем те или иные поставленные задачи. Так вот, что касается экономической децентрализации, о которой вы сказали, так, после которой должна пройти административная децентрализация. И, соответственно, когда вот сейчас много говорят об объединении территориальных это громад, будет наступным питанием, так. На самом деле, вы знаете, необходимо четко читать закон, где написано «добровильно». Кто не хочет объединяться, пожалуйста, проблем никаких нет. Мы об этом сейчас поговорим. Так, что касается по экономической децентрализации. Вот это мы видим первые шаги. И мы видим уже по итогам 5 месяцев работы улучшение бюджетов, выполнения бюджетов в нашей области, в районах и в городах. Город Николаев. Более 40% выполнения, перевыполнения плана по итогам 5 месяцев и, соответственно, по сравнению с прошлым годом. Сегодня в городе Николаеве есть бюджет развития. И это очень важно. Это вообще самое главное. Потому что мы сможем вкладывать додаткові кошти, фактично. Совершенно верно. Не только на утримання, а и на улучшение. И мы говорили о дорогах, мы говорили о ремонтах. Так вот, сегодня Николаев получил более 200 миллионов гривен перераспределения. Это те средства, которые не были заложены в бюджет. Город Первомайск, перевыполнение более 60%. И мы проводили встречу и с мэром города, и с заступниками. И они говорили, что мы сегодня видим результаты экономической децентрализации.
На самом деле важно громаде, чтобы они имели возможность видеть и перераспределять. Вот это и есть децентрализация. Сегодня не Киев должен субсидировать постоянно и дотировать наши регионы. Сегодня громада может зарабатывать, единственное, они же должны и контролировать. Давайте повернемось до цього питання трошки згодом. У нас дзвінок в студію. Доброго вечора, ви в ефірі. Привіт. Вітаємо. Мене дуже велика просьба Вадиму Івановичу Мирікову. Пожалуйста, якщо це можна, позакривайте все приемные металлоломные пункты, расположенные вокруг нашего кладбища, потому что на Акима-20 это вообще притон какой-то, а не приемный пункт. И чтобы мы же эти бедные оградки, что мы их ремонтируем и кресты ставим на каждые провода. Пожалуйста, сделайте это добро для нас уже ветеранов, которые мы уже отживаем. І не можемо даже крест купити. Спасибо, що ви мене вислушали. Дякуємо за питання. Скажіть, будь ласка, звідки ви? Про яку місцевість іде мова? Сподіваюсь, нам зараз перезвонять. Ви зрозуміли питання. Я вопрос понял. В любом случае я обращусь в правоохранительные органы для того, чтобы усилили контроль по данному вопросу. Действительно, знаете, вандалов в Николаевской области достаточно. И это как раз культура, над которой необходимо работать. И вы знаете, наше общество должно воспитывать людей, и мы должны становиться совершенно другими и другой нацией. Потому что долгий период времени, к большому сожалению, нас пытались, знаете, тоталитарно построить в одну колонну. Сегодня мы должны быть другими, современными, и, конечно, такие вот вандалистические методы – это не наши способы для дальнейшей работы. Поэтому незаконных пунктов приема металлому, это, напевно, в принципе, такое питание треба больше адресовать саме правоохоронцам, потому что это их царина, и, зрешто, они повинні це тримати. На контролі ми і працювати на випередження. Тому це дуже актуальне питання, дійсно. Гаразд, я хотів би знову змінити вектор нашої розмови. Ми вже торкалися цього питання. Адміністративно-територіальна реформа. Укрупнення, об'єднання громад. Депутати на минулій сесії обласної ради ухвалили перспективний план. І хотілося б дізнатися, як ця справа на Миколаївщині буде рухатися далі. Що тепер? Чи це вже кінцевий варіант, чи все ж таки громади можуть змінювати, вносити? Тобто буде певна динаміка. Що ви скажете? Ви знаєте, на самом деле, от, ви самі сказали, що це перспективний план. Це проєкт. І це чітко повинні всі розуміти. Вот данный проект, он обсуждался в каждом районе, в каждом городе. Работает офис реформ в Николаевской области, который непосредственно отвечает за донесение информации, за проектирование и проведение круглых столов. Это очень важно, потому что на самом деле спроектировать и подать мы можем на Министерство регионального развития, вот, для утверждения. Но тогда мы увидим обратный результат и эффект от громады. Вот сегодня очень важно, почему добровольно? Потому что люди и громада должна определиться, необходимо им объединение территориальных единиц или нет. Но что даст объединение? В первую очередь, это социальные вопросы, которые касаются сегодня всех громад. Вы знаете, есть села во Врадевском районе, в Новобужском районе, где громада принимает решение закрыть детские сады, школы по причине того, что нет детей. Нет детей. Финансирование. И многие-многие другие. Это социальные. Поэтому важно, чтобы сегодня общество получало максимум социальной защиты. Это первое. Второе – это экономические. Если нет средств в бюджете, то, соответственно, не будет и социальной защиты, и, соответственно, не будет инфраструктуры.
Села будут без дорог, не освещены. В селах не будет детских садов. Зрештою, ці проблеми вже зараз є в громадах. І, тобто, є перспективи, що з цим об'єднанням їх стане менше. Ну, тобто, вони покращать ситуацію. Совершенно верно. Я хочу продовжить по даному вопросу. Так вот, это второе составляющее, которое самое важное. Что произойдет после того, когда громады смогут объединиться? Для этого необходимо еще год-полтора. Местные выборы, если политики и главы сельских рад переживают о своих креслах и депутатских мандатах, так я их могу заверить, они пройдут этой осенью по тем территориальным единицам, которые сейчас существуют. Что важно? Важно, чтобы большая громада могла помогать малой громаде. Представитель малой громады будет членом исполкома, который будет представлять малую громаду и который будет отстаивать ее интересы. Что получит данная территориальная единица? Местные налоги. Местные налоги, которые будут увеличены в разы. Тобто передбачається якась субвенція цим громадам з державного бюджету за... Нет. Не передбачається. Зарабатывайте. Что касается субвенции, это медицинское образование. Что касается местных налогов, то они будут, повторяю, увеличены в разы. Не 15%, а 60%. Не 60%, а 100%. Второе. Местная громада сможет регулировать местные налоги от 3% до 12%. Это не только земельные, это и налог на недвижимость и многое другое. Поэтому я всегда говорю, когда встречаюсь и с депутатами, и с жителями Николаевской области, что мы с вами помним Польшу, 80-х годов. Мы помним Польшу 90-х годов, 2005-х годов. И мы знаем Польшу современную. Да, это разные вещи. Еще зростати. Вот этот проект, о котором мы говорим, и в целом о децентрализации, это один из этапов. Так же, как и экономическая децентрализация, и мы сегодня увидели результаты. По Украине... Ожидается от 5 до 10 миллиардов поступлений в местные бюджеты в этом году, плюс запланированных. Так вот, нам очень важно, чтобы громада была сильная. Но я повторяю, что это решение будет местный громад. А для того, чтобы вообще выйти на это, нам необходимо еще, чтобы депутаты пересмотрели и бюджетный кодекс. И налоговый кодекс, который необходимо вносить изменения, а также зміни до Конституции. Шановні глядачі, час нашої передачі, на жаль, вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною в студії був голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Іванович Меріков. Дякую вам за фахові коментарі і цікаву розповідь про суспільні проблеми. Ви дивились програму «Запитай у влади». Телеканал «Миколаїв» бажає вам приємного вечора.